Okay. Hey, Ben. Ох, жалко домики, жалко. Что-то люди строили, жили. Прошла эпоха. Ягодами торгуют на трассе. Вы видели?
восхищаюсь людьми, кто вот совершает такие пробеги на велосипеде, на мотоцикле, расстояние в 1000, 10 тысяч, кто-то кругосветные вдоль континентов, вдоль всех континентов. Однажды вот на трассе придорожной торговли вот, торгуют яблоками и прочим между Челябинском и Курганом, ближе к Кургану, стоят столы, прилавки. Подошел, такие красивые, такие замечательные на вид яблоки. Попробовал, вкусные, ну, взял целое ведро. Яблоки из Турции оказались. Думал, поддержу нашего производителя. Я далеко от дома, там рабочие. У нас, наверное, да. Ну, Валентин там ванну заказал. Ну, извини, Таня, уж так вот понимаешь.
Потерпи, пожалуйста. Да, я думаю, быстро это все. Я вот... Подкачаю шины, проверю память на видеорегистраторе и продолжим движение. Thank you.
Так, повторю. Проверю давление, проверю память, сколько осталось на карте, и продолжим движение. Режим записи. Шины проверил, давление было чуть большое, немного отпустил их. Так. Немного отдохнул, попил водички и в путь. Проверил технологию, что мне делать. Что мне делать? А так, значит, проверил карту памяти. 6 с лишним часов записи. Примерно 50. Да что ты, блин? Примерно 60%. Объема карты. Я доволен. То есть одной карты практически хватает на 12 часов непрерывной записи. Ладно, это была первая попытка проверки. Теперь вторая будет попытка. Станция включена, патроник включен. Поехали. Вроде бы все нормалек. До места привала 342 километра. Примерно 4 часа 10 минут. Ну, посмотрим. Немного размялся, прошелся. Считаю, что это обязательная функция — проехать 6 часов и остановиться, чтобы размять мышцы. Thank you.
заднюю камеру. Но я буду включать в исключительных случаях. Она включается автоматически. Просто прикуриватель вставил и все. Немного подзарядила нетбук, но совсем разряжен. Но у меня есть возможность заряжать его от автомобиля. Ну, как-нибудь на привале, на ночевке я покажу, как оборудован автомобиль, оснастку, все, что считаю необходимым для записи больших расстояний. Так, населенный пункт проехали. Теперь нужно добавить скорости. Теперь ставлю 90. Разминка, повторяю, обязательно. Может быть, с непривычки долго не ездил, вышел из автомобиля, меня пошатывало. Для того, что 6 часов. Так-то в быту ляжешь, посидишь, встанешь, пройдешься, а в поездке куда пойдешь? Только на коротком привале. Придорожная торговля, что там, чем торгуют? Дарами леса. Thank you.
bad. Дети на дороге, блин, куда родители смотрят? Заглубил настройку, чтобы разный хлам не хрипел.
12:46. Время пути 3 часа 57, 4 часа. Это получается, мне нужно остановиться 4 часа, что ли, мне? На 2 часа плюс 6 часов. Посмотрю на самочувствие, на условия движения. Много мотоциклистов. Смотрел несколько фрагментов видео, и нормально, и освещенность, и панорама. Антенну немножко подстроить, забыл. Thank you.
Дай. Больше половина пути до Питера. Поехали. Bad.
Домики, избушки. Какое-то теплое чувство к таким домикам. Домики, брошенные палисадники в цветах. Коллегу.